Сейчас хочу вам показать клумбу обзор. Я вам уже часто клумбы показываю обзор. Ну, здесь столько клумб, что на десяток фильмов хватит. И моему каналу будет что показывать, а вам будет что смотреть. Вот посмотрите, вот такая клумба, клумба-слон. Вот такую мы сделали экспериментальную клумбу. Ну, не знаю, лет 5-6 назад уже. Я и забыл, когда. Ну, суть вот такая вот. Это клумбы. Я вам много фильмов про клумбы показываю. Ну, здесь столько клумб, что хватит не на один фильм. Ну, и будет мне что показывать, а вам будет что смотреть. Вот, видите, камни навалили, цветы посадили, и все хорошо. А вот эта клумба, ей уже 5-6 лет. Это такая... Давайте назовем ее альпийская горка, скала, слон. Вот такой хитрый подход. Мозгов не надо, что не сделать, все хорошо. Главное хобот сделать и вот, вот такую фигню поставить. Видите, она крутится, но уже не крутится. Ее поломали, оторвали. Ну, народу нравится наждак. Что он здесь делает, я сами не знаю. Ну, приварили и делает. Ну, гляньте, как этот домик выглядит. Вот такой домик-слон. Вот видите, хобот, ну не знаю, сейчас посмотрим, там где-то экраник есть, они поливаются, он работает. А в домике можно жить. Посмотрите, какая красотень. Здесь можно посидеть, вот такая вот, ну, кроватка для гномиков. Ну, здесь доски не поставили. Ну, короче, на все руки не доходят. Вот такая костомаха. Не знаю, видите, кто-то ли грыз что-то. Что-то это ли зубы, уже не помню, задумки такие. А вот смотрите, какой каминчик, какой красивый. Завернулся, может, он действующий, ну, правда, никто на нем не топил. Вот смотрите, капель, плитка. Ну, и, в принципе, она прекрасно существует. А здесь такие даже доисторические такие рыбки, он улитки. То есть миллион лет до нашей эры это уже пещера была, а он глазик следит за розеткой. Ну, свет здесь уже отломали, но свет работает. Ну, видите? А это я хотел вам показать, смотрите. Вот я поворачиваю, не знаю, быть. О, видите, он поливает цветы. Те цветы самые политые. Представляете? Вот, ну я даже пойду здесь сниму. Вот так вот, представляете, как он рассчитано, что кто-то будет сидеть, включать и туристов пугать. Ну, здесь, видите, стеклышко выбили. Вот так все я закрою. Ну, такой вот домик, домик-слон. Смотрите, уже вот здесь мы уже 5-6 лет назад начали учиться делать такие скалы, камни. Это делала моя дочка, девочка, она аккуратненькая. И видите, все вкусно и хорошо. То есть, ну вот, хозяин только не доделал сюда деревянные лавки. Ну, вот может компания здесь посидеть и там перекусить. Вот столик. Вот куча кафеля у нас под этим. Надо разбираться, он лежит уже столько лет, надо куда-то его замуровать. Ну вот смотрите, а здесь вот так выглядит слон. Ну я сейчас и наверх залезу, не знаю, против солнца не видно будет. Ну отсюда вот, посмотрите, как выглядит альпийская горка слон. Вон и грибы такие, и ковка, металл, окошечки. И вот снизу, смотрите, какие уже, вот за 5-6 лет все это разрослось. И вот такой сухой овраг. Ну, сделать для чего сухой овраг? Ну, здесь, ну, рядом находится вода, и снег, стоки сюда идут. Ну, по большому счету, это делалось для того, чтобы ландшафт поломать землю. И вот такой эксперимент. Ну, нам дали сделать такой сухой овраг, засыпали пленкой, сделали туда, там, ну, там внизу там где-то даже насос стоит откачивать воду. Или стоял. А это уже, видите, новые такие техно-мальчик такой вот, каменный стуканчик. Он здесь спортом занимается. Ну, вот смотрите, какая тоже, ну, я вам отдельно по этой бане покажу фильм. А это вот такой цветочник с цветами, он с такой мусоркой. То есть это первые работы. С этого я начинал, ну давайте 10 лет назад, это точно. А то и 11 лет назад я начинал вот это делать. И отсюда пошла
оформление всего участка. То есть дома не было, а баню мы сделали. Видите, коня того, конек я сделал. И вот он соколек. А теперь сейчас стоит вопрос, скоро мы будем вот эту баню забьем сеткой, и я ее бетоном обкидаю. Будет очень интересно. Вот, то есть вот эту часть будем точно делать в ближайшее время. То смотрите, вот эти тряпки, все вот это вытаскивается. Ну, я уже забыл про своего слона, пойду опять на слона. То есть за дерево будем отдельно разговаривать, кому интересно, будет следить. А это, смотрите, какие интересные вот эти марсианские такие вот выплавленные цветочники. Тоже это первые такие находки у нас были. А это вот такой цветочник. Видите, что-то растет. Здесь ландыши какие-то. И смотрите, светильники. А это такой вулкан. Потеки идут, видите, вулканические. И вот сюда вот дети ходят часто. Надо будет думать, какую-то рецепт ставить, чтобы они не поубивались. Все хотят что-то покорять. Ну вот такой вот вид сверху. Ну, здесь есть девчата, которые следят за цветами. Ну, считать 10-12 лет, они садят сюда. И вот такой вот результат ихнего труда. А это бобовый стебель. Ну, за бобовый стебель отдельно поговорим. Ну, немножечко баню покажу. Мы сейчас за баней строим дом новый. В нем я буду жить. Тоже отдельный фильм. То есть здесь столько идей, столько направлений. И есть что будет показывать. Вот так вот видно результат готовый. 10 лет надо, чтобы вот облагородить и вырастить. И еще надо за этим ухаживать. Ну, немножко покажу с высоты вот этот дом. Вот так вот. А там, смотрите, уже мы начинаем делать мышку. Такая будет беседка-мышка, где можно чебуреки кушать. Ну, опять отдельный фильм. То есть много идей, много задач. И опять у меня есть много помощников, 10 человек подсобников. Я надеюсь, что мы успеем очень много работ сделать. И будет что мне показать. Вот, вы смотрите, дорожка отсюда. Так она выглядит.